Это один из самых оживленных перекрестков городского округа, юбилейный и проспект Лавочкина. Сотрудники ГАИ останавливают машины и проверяют водителей. В Химках проходит акция «Трезвый водитель». Здрасте! ГАИ Химк, старший полиции Якутин Алексей Юрьевич. Инспектор проверяет документы, визуально определяет состояние водителя. И если подозрений не возникает, проводит профилактическую беседу. Знаете что, да, за рулем выпивать нельзя. Смотрите, такие буклетики вам раздаем. Но я думаю, водитель опытный, знаете. И смотрите еще, такой тест. От инспекторов водители получают вот такие открытки, в которых содержится вся необходимая предупреждающая информация. И бонусом вот такой вот портативный алкотестер, с помощью которого можно буквально за 5 минут узнать, можно ли тебе сегодня садиться за руль. По статистике, только за 2023 год на дорогах России по вине нетрезвых водителей произошло 14 тысяч аварий, в которых погибло 3,5 тысячи человек. Сегодня проводится рейд, направленный на выявление водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения. Мероприятие организовано в рамках реализации социального раунда госавтоинспекции Московской области «Трезвые водители». Сотрудники ГАИ напоминают, за вождение в нетрезвом виде придется раскошелиться и выложить 30 тысяч рублей. Также нарушитель может лишиться водительских прав на срок до 2 лет. За повторное нарушение уже ждет уголовная ответственность. Олег Тюрин, Вильфред Демковский. Новости Химки ТВ.